все переключается. Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Ну, учитывая, что мы немножко выходим за рамки регламента, я постараюсь быть кратким. Сегодня с ним, когда ехал, увидел, кто передо мной выступает, где 30% своих слайдов пришлось убрать, касательно хронических заболеваний кишечника, запоров и так далее. Потому что новую информацию вы уже слышали. Меня зовут Маркирян Леонид Рафаэльевич, я работаю хирургом, возглавляю направление по фактологии в университетской клинике МГУ. И сегодня мы поговорим о том, с чем мы встречаемся с так называемой малой колопроктологией. Каких пациентов мы видим, в отличие от тех тяжелых, известных всем пациентов с колоректальным раком. Примерно 30% всей нашей работы – это пациенты с малой колопроктологией. Вот такая связь существует между возникновением этих малых проктологических заболеваний, это геморрой, трещины, свищи, солитарные язвы. Какую же роль в этом играют запоры? Итак, поговорим. Вот самая частая жалоба пациентов с малой проктологией, скажем так, с доброкачественными проблемами в анальной области, самая частая жалоба – это вот доктор меняет геморрой. Очень часто пациенты все складывают в одну корзину, и все проблемы, которые могут быть внизу, в нашей интимной зоне, которые никому не покажешь, в Инстаграм не запостишь, все это называют одним словом геморрой, имея в виду и органическую проблему, и физиологию, и какую-то психологическую. Нет, геморрой какой-то там. А вот основное распределение симптомов. Ну, многие думают, что геморрой сопровождается болью. На самом деле не совсем это правда. Боль – крайне редкий симптом при геморрогальной болезни. Чаще всего мы встречаемся в 60% случаев у пациентов появляется выделение крови. И сочетание крови с выпадением, с зудом, с отеком, с нарушением гигиены. Вот обратите внимание, что очень интересно, из всех пациентов, которые к нам обращаются, с проблемой геморроя, только 18% пациентов действительно имеют маломальские признаки геморроидальной болезни. Фактор риска. Вот эта страница, я когда писал фактор риска, 2, 3, 5, 10 факторов риска, и когда начинаешь их перечислять, понимаешь, что на самом деле в современном мире, в современном человеке факторы риска, практически невозможно даже перечислить все эти факторы риска бесконечные. Сегодня, когда мы говорим, чтобы избавиться от геморроя, или чтобы уменьшить вероятность развития геморроя, трещин, всех других анатомических проблем, постарайтесь больше двигаться, постарайтесь не носить тесную одежду, а потом понимаешь, что все твои дальнейшие рекомендации носят абсурдный характер. Надо постараться не сидеть, не водить машину, не ходить на рыбалку, не кашлять и так далее. Сегодня геморрой является по сути, и мы постепенно, хирурги, переходим на такое отношение к геморроидальной болезни, как косметические проблемы, потому что рано или поздно геморрой в том или ином проявлении будет у всех, он появляется у всех, и это сегодня больше косметическая проблема, потому что геморрой сам по себе никогда не приводит к никаким жизнеопасным осложнениям, геморрой точно никаким образом не стимулирует развитие колоректального рака и вообще никакой онкологии в анальном канале и в прямой кишке. Так вот, из всех факторов риска сегодня существующих избавиться мы с вами можем. Убедить пациента как-то изменить образ жизни, избавиться от фактора риска, пожалуй, третий фактор риска. Основную часть фактора риска мы никуда не уберем. Очень часто мы слышим о том, что доктор, понятно, что у меня геморрой, потому что моя мама страдала запорами, папа страдала запорами, дед страдал запорами, естественно, у меня, и я схожу два раза в неделю в туалет, но, естественно, у меня будет геморрой. Так ли это на самом деле? Больше 30 лет назад в Америке было проведено исследование по изучению эпидемиологии запоров и распространению геморроидальной болезни. И оказалось, что с течением времени вероятность развития запоров у нас у всех увеличивается, хотим мы этого или нет, ввиду тех факторов, о которых сегодня говорили предыдущие докладчики. Но вероятность развития геморроидальной болезни встречаемость геморроидальной болезни с возрастом начинает после 60 лет уменьшаться. И никакой связи на сегодняшний день, как такой обязательной связи, если у человека есть запор, значит, это обязательно приводит к анальным проблемам, оказывается, нет. Следующее исследование, очень интересное исследование, которое тоже более 20 лет, говорит о том, что в большинстве случаев у пациента с геморроидальной болезнью встречаются проблемы
проблемы диарейного характера. Как раз таки не запор чаще всего приводит к развитию диареи, не запор приводит к развитию геморроидальной болезни, а диарея. В отличие от этого, запор стимулирует образование таких патологических состояний, как анальная трещина и солитарная язва прямой кишки. СРК, то, о чем на всех гастроэнтерологических конференциях будут говорить, я думаю, вечно, потому что СРК по планете шагает большими шагами, все больше и больше. Сегодня, оказывается, каждый пятый на нашей планете страдает синдромом раздраженной кишки. И чем плох этот синдром раздраженной кишки? Он сочетает в себе удивительным образом два основных фактора риска геморроидальной болезни. Это запор и понос. Основной мы поняли, что это понос, но запор является тоже фоновым заболеванием всех других анректальных проблем вместе с геморроем, а СРК чудесным образом, в кавычках, это все в себе совмещает. Ну и вот, чего больше всего мы, как хирурги, боимся, это встретить вот такого пациента с запором, который говорит: доктор, у меня есть запор, у меня постоянно выпадает такая шишка, у меня есть кровь, мы делаем колоноскопию, естественно, все хорошо, но запор мешает, геморрой мешает жить, пачкает белье, мешает проводить гигиену, постоянно что-то выпадает, а это молодые люди, как правило, это еще и косметически неприятно, не только не уже хирург, давайте что-нибудь делайте. Ну и страшный сон любого хирурга, как мы любим говорить, пациент, если мы соперируем вот такого пациента с синдромом раздраженной кишки, этот пациент, в кавычках, становится нашим другом на долгие годы, когда никакого избавления от симптомов, а более того, только нарастание симптоматики со стороны анорректальной зоны, связанное с постоянным нарушением деятельности кишечника, начинает преследовать не только пациента, но и нас. А по принципу, кто последний, тот и папа, хирург виноват в том, что он все эти симптомы, пациент совершенно точно забывает о том, что с ним происходило до операции, и все последующие проблемы проецируют на хирургическое лечение, которое произошло. Ну вот геморрой. Все знают, как он выглядит, все знают, что есть внутренний и наружный. Одна из лучших картинок, как на мой взгляд, которые дают очень четкое представление о том, что внутренний геморрой, внутренний геморрой, средняя картиночка, это всегда такое венозно-артериальное образование, которое находится внутри анального канала, выпадает при натуживании и, как правило, приводит к кровотечению. Наружный же геморрой практически ничем не отличается от обычных подкожных вен, и лечение того и другого состояния сегодня хирургически не представляет проблем. Зачем нужен геморрой в норме? Очень часто пациенты спрашивают, а почему бы мне его, даже помните, была такая мысль такая, а не удалять ли всем аппендикс профилактически, потому что он может приводить к смерти, а не удалять ли всем профилактически геморрой, может, пока мы молоды, всем лазером обработать геморроидальный узел, чтобы они больше не развивались. Зачем он нужен, если практически у 90% населения рано или поздно геморрой проявляется какими-то симптомами? К счастью, эта мысль не получила никакого развития, потому что геморроидальные подушечки нам крайне нужны, всем нам. И сегодня название геморроидальный узел присутствует только в русскоязычной литературе. Узел. На самом деле в западной литературе присутствует название подушечка. И вот это принципиально разум психологически воспринимается. Когда у человека есть какой-то узел, это что-то патологическое. Когда у человека есть подушечка, это что-то, что должно быть. Мы все рождаемся с геморроидальными подушечками, все с ними умираем, и они нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечивать герметичное замыкание анального канала и обеспечивать нам правильную социально необходимую функцию держания. Не будем останавливаться, эта информация больше нужна для хирургов. Единственное, что самое важное здесь сказать, кроме того, что болеют геморрой рано или поздно все, и о том, что геморрой все-таки сегодня не совсем заболевание, а косметическая проблема, в каком-то агрессивном и специализированном лечении нуждается лишь каждый седьмой человек, у которого есть симптомы геморроидальной болезни. Он абсолютно точно, если вы знакомы с проктологом, который оперирует каждого второго пациента, обратившегося к нему с проблемами геморроя, что-то в консерватории не так, что-то этот проктолог не досмотрел. Оперируя каждого второго, каждого третьего, даже каждого четвертого пациента, мы избыточно используем нашу хирургическую активность. Современный проктолог выглядит вот так. С одной стороны, к счастью, казалось бы, у нас есть все для того, чтобы избавиться от геморроя. У нас есть сегодня
а арсенал, который трудно перечистить. Сегодня вот за последние 20 лет появилось около 30 новых методик. Это инфракрасная методика, лазер такой частоты, лазер сякой частоты, методика введения склероза, методика перевязывания, прошивания под ультразвуком, без ультразвука. То есть огромное количество сегодня это стало большой проблемой. Потому что проктолог современный, мы с вами знаем огромное количество проктологов, которые быстренько понимают, что проктология сегодня такое золотое дно хирургии, сегодня можно быстро, действительно, мы можем об этом говорить, это, об этом говорят со всех мировых трибун, можно обогатиться за несколько лет, став проктологом и умело раскручивать себя в Инстаграме. На самом же деле проблема в том, что геморрой, во-первых, не требует всегда лечения, а во-вторых, что огромное вот это количество методик существует именно потому, что оптимального метода не существует. И поэтому каждый Новый год мы слышим, каждую конференцию, что появился новый лазер с такой-то частотой, появился новый ультразвук с такой-то частотой. Вся эта проблема существует именно из-за того, что до сих пор, на сегодняшний день, не существует одного оптимального метода, подходящего большинству пациентов. Ну вот это уже притча во языцах о том, что сегодня медицина должна быть персонализированной, профилактической, да-да-да-да-да. И это та тема, о которой мы сегодня говорим. Избегать нарушения функции кишечника, это значит профилактировать проблемы со стороны анального канала. Кто выбирает метод лечения при анорректальной патологии, когда речь не идет о злокачественных проблемах? По старинке хирурги, которые, как в большинстве хирургических заболеваний, хирурги как бы агитируют пациента, они говорят, ну вот, у вас есть, ну скажем, аденома, да? Надо уговорить пациента удалить аденому толстой кишки, потому что мы знаем, что это потенциально опасное состояние. Практически любого размера полип, любого размера, даже зубчатая аденома, крошечная, и даже гиперпластический полип сегодня, пока мы не знаем, что он гиперпластический, он требует удаления морфологического изучения. А в отличие от этого, вариант лечения геморроидальной болезни, анорректальных проблем выбирает пациент. Хирургические болезни выбирает врач и агитирует пациента. Когда речь идет о доброкачественных анорректальных проблемах, выбрать должен пациент. Наша задача лишь рассказать ему, какое существует лечение. Главное думать об этом пациенте с его перспективы, с его точки зрения, чтобы этот пациент, когда он сегодня попал к одному проктологу, говорит, ох, у вас тут узелок, надо удалить. Завтра он попал к другому, говорит, ох, у вас тут бахромка, надо удалить. Потом он подошел, попал через 5 лет к следующему проктологу, кто-то ему сказал, слушай, ну надо вместе с гинекологом вам немножко изменить промежность, у вас слишком низкая промежность, надо пойти. Мы это видим каждый день. И в итоге через 20 лет человек в такую гипотетическую девочку Элли, у которой каждый чуть-чуть что хотел и что знал, попробовал, а пациент в итоге жить не может, у пациента качество жизни стремительно за все эти 10 лет падает. Диагностика геморроидальной болезни. Вот очень важно, особенно у пациента, у которого существуют запоры, очень важно этого пациента посмотреть по-всякому. Что я имею в виду? Когда мы видим пациентов на боку, а сегодня практически полмира смотрит пациентов на боку, мы видим вот такую картину. Ну, по большому счету, совершенно нормальный анус, несколько, ну, скажем, для 40-летнего человека, вот такой анус – это совершенно идеальная картина. И вот обратите внимание, этого же пациента мы посадили. Это абсолютно тот же пациент. И мы видим идеальную картину геморроидальной болезни, прямо как из учебника. Вываливаются внутренние узлы, наливаются наружные узлы. То есть сегодня диагностика пациента с запорами не потому, что именно во время натуживания вот эта ситуация возможна, которую вы видите на экране, пациента смотреть просто на боку не то, что недостаточно, а практически не несет никакой информации для вас с точки зрения планирования дальнейшего лечения. А лечебная тактика, независимо от стадии геморроидальной болезни, всегда начинается с консервативного. Не бывает такого, когда пациент у проктолога слышит, у вас четвертая стадия, давайте-ка планировать оперативное лечение. Нет, оперативное лечение планируется только при неэффективности, такой глубокой неэффективности консервативных мероприятий. Что должен знать любой пациент, который обращается к проктологу? Что геморрой никогда не приводит к смерти, никогда не приводит к развитию онкологических заболеваний. И вот этот слайд, я очень горжусь тем, что этот слайд в многих проктологических тусовках наших копируют и показывают в своих лекциях, ссылкой на меня, потому что вот эти самые, как правило, как обычно и бывает, что самые простые слова, которые каждый проктолог должен повторять пациенту,
как-то ускользает от внимания, мы смотрим какие-то серьезные исследования, графики, а самое главное, что мы должны донести до пациента, после этой проблемы, что самое интересное, что проктологи часто боятся говорить вот это все, потому что, узнав вот это, 70% пациентов пожмут руку, скажут: спасибо большое, я больше в вашей помощи не нуждаюсь. А если проктолог заточен на то, чтобы как можно больше оперировать, то понятно, вот эта вся информация, ну, в общем, может быть, его желание подкосить. Оптимальное лечение, с чего начать? Ну, вот то, о чем сегодня говорили. Это изменение образа, дефекации. А как изменить образ дефекации? Мы все с вами знаем, что нужно чуть-чуть того больше, чуть-чуть всего, вода, клетчатка, крупы и так далее. Но что нужно пациенту записать на бумажке, чтобы он это хорошо понял? Есть такая мнемоника ТОН. Поднимите руку, кто знает, кто используется, кто пользуется, кто слышал. Эта мнемоника требуется и гастроэнтерологам, и проктологам. И заключается она в следующем правиле. Мы, во-первых, ежедневно должны принимать достаточное количество волокон. Не вам рассказывают, какое количество и как его дозировать. Мы не должны натуживаться, мы не должны сидеть в туалетной комнате больше 3 минут, и дефекация должна быть однократной. И когда пациент спрашивает нас: доктор, а что мне делать, а чего мне нельзя кушать, а чем мне можно кушать, а что мне добавить, а сколько мне маслица и так далее. Вот это все не совсем правильно. Вы никогда не сможете перечислить все продукты, которые можно и нельзя есть пациенту. Можно есть все, что угодно, если получается достичь вот этого. Комбинируйте так, чтобы достичь вот этой мнемоники. Для чего это существует? Для того, чтобы у 70% пациентов при достижении этой мнемоники удается купировать симптомы геморроидальной болезни. Все. Вот они, те 6 из 7 человек, которые встали и ушли, которые не нуждаются достаточно болезненно и относительно опасно в определенном случае лечения хирургическом геморроидальной болезни. Топические средства. Все любят сегодня попробовать только не назначить топические средства при геморрое. Пациент тут же поменяет доктора, поменяет клинику и скажет: ну понятно, я пришел, а мне ни одну свечку не назначили, все с доктором понятно, видимо, он еще не совсем хороший специалист. Коррекция диеты понятно, сколько и как принимать сегодня, мы там говорили. Слабительные средства, да, это слабительные средства на основе лактулозы и полиэтиленгликоля, не буду повторяться, это единственное доказанное физиологическое слабительное на основе этих форм, которые можно применять длительно, можно применять всегда. Флавоноиды не будем, это не касается сегодня нашей темы. Флавоноиды — единственное, что нужно помнить. Все, опять же, ждут от врача назначения флавоноидов. Сегодня их существует на рынке не менее 6 различных, потому что тоже все понимают, что это хорошая штука. Одна проблема — не все знают, не все стыдно говорят о том, что во время кормления флавоноиды применять нельзя. Топические средства. Ну вот, хорошее средство, хорошее симптоматическое средство, надо помнить одно, что топические средства никогда не приводят к лечению геморроидальной болезни. Ну, никогда невозможно вылечить и придать геморрою обратное развитие, применяя какую-то очень-очень классную модную мазь. Всегда только симптоматическое лечение. Но какое симптоматическое? Вот здесь сегодня, как говорится, компания Bayer изобрела такой способ симптоматического контроля геморроя под ключ. То есть на любые симптомы геморроидальной болезни существует препарат линейки Релиф, который помогает избавиться от всех симптомов. Будь то зонд, мы применяем просто Релиф, если кровь, то Адванс. Если боли преобладают, есть потрясающее средство Релиф Про, продается, классное, хорошее, действительно, в послеоперационном периоде, при любой боли в анальном канале, будь то трещина, будь то геморрой, помогает лучше всего остального. Вот удивительным способом мы выбрались в Байер очередной раз создать в препарате совместить несовмещаемое, и дозы и лидокаина, и гормона подобраны таким образом, что оказывают и обезболивающее, и противовоспалительное действие. Тромбоз геморроидального узла тоже проблема, которая происходит чаще всего из-за запоров. Почему она происходит? Оказывается, самая частая в мире причина тромбоза – это длительное натуживание при дефекации. Вот оно, прямая, то есть не развитие геморроидальной болезни, а развитие осложнений геморроидальной болезни. Именно в этом основная роль запора длительных. Вот когда мы дольше сидим положено, когда мы прячемся от семьи или ставим TikTok, не дай бог, у кого он еще есть в телефоне, мы рискуем
страдать от геморроидального тромбоза. Как он выглядит? Два варианта такого острого течения геморроидальной болезни существуют. На левой картинке вы видите совершенно нормальные, лишь немножко отечные, увеличенные наружные геморроидальные узлы и черного цвета некротизированные внутренние. То есть во время дефекации узлы выпадают, анальный канал реагирует спазмом, обратно они не заходят и начинается некроз слизистой. Тяжелое состояние для пациента. Очень часто сегодня говорят о том, что ну, это нужно долго лечить, нужны антибиотики, нужна какая-то противовоспалительная терапия. И так говорят только в России. Во всем мире сегодня эта ситуация считается экстренной хирургической, и вот эти узлы, почерневшие, подлежат немедленному удалению в течение 2 часов после обращения. На правой картинке тромбоз, когда человек не может сидеть, не может ходить, тромбоз, образование тромбов в наружных геморроидальных сплетениях. Что нужно знать, что важно знать? Эти тромбы, слово тромб сегодня особенно пугает всех нас, а наших пациентов, которые не врачи, пугают проекратно. Надо сказать, что эти тромбы всегда рассасываются сами, они никогда не приводят к каким-то более серьезным осложнениям. И вот в этих ситуациях ReliefPro, о котором мы только что говорили, оказывает двойное обезболивающее действие, прямое за счет лидокаина и опосредованное за счет уменьшения воспаления. Когда нужно прибегать к хирургу? Только если, вот вернусь сюда, если вот эти узлы болят настолько сильно, что невозможно боль купировать ни принятием топических средств типа релифа, ни стероидами противовоспалительными, а всего остального у нас нету, только в стационаре можно получить более сильные анальгетики, то тогда необходимо прибегать к хирургическому лечению, удалению этого тромбированного узла. Операция занимает 15-20 минут, и к вечеру пациент может сидеть, ходить, на следующий день может кататься на ложке. Основной метод лечения радикального, как было 50 лет назад, так сегодня и остается, это удаление геморроидальных узлов. Проблема в этом одна – это эфирация болезни. И там, где вы слышите или видите, что возможно лечение геморроидальной болезни без боли, это миф, такого не существует. Единственное, что должны знать хирурги, вот не удержался, оставил эти слайды для сегодняшней лекции, что рана после операции должна выглядеть вот так, а не вот так. То есть рана должна иметь изолированные три дефекта в анадерме, а не дефект всего анального канала. И тогда, через 2 недели, пациент придет и скажет вам огромное спасибо, я избавился от всего, что было. Почему, еще раз хочу акцентировать внимание, почему не надо оперировать всех? Несмотря на то, что вот этой методикой лечения хирургического геморроидальных узлов владеет, ну, практически каждый проктолог, что называется, с пеленок. Мы с этого начинаем нашу, потом уже мы становимся колоректальными хирургами, владеем лапароскопией, роботической хирургией. Но это всегда остается с нами. Это хирургия, которая нас кормит, это хирургия, которая никуда на это не денется. На несколько месяцев вперед расписан операционный график. Но геморрой лечить без четких абсолютных показаний опасно. Вот это все осложнение лечения, хирургического лечения геморроидальной болезни. Обратите внимание, совершенно жуткое сужение анального канала, первая фотография. Это тромбозы в послеоперационном периоде, это отсутствие анорректальной слизистой, отсутствие чувствительности анального канала, это ректовагинальные свищи, это недержание ввиду поврежденного сфинктера. Боль после геморроидектомии, невыносимая боль после геморроидектомии, даже при соблюдении самых лучших правил, даже при оперировании лучшими руками, боль при геморроидектомии отмечается как невыносимая или сильная практически у половины пациентов. Еще какие трещины, анальная трещина и санитарная язва – это прямые последствия запора. Анальная трещина, понятно, механический надрыв анадермы, который может не зажить. Анальные трещины случаются у всех нас практически ежегодно, но заживают к вечеру, как бы укушенная во время быстрой еды щека, слизистая мгновенно заживает. Но у третьего них она не заживает и начинает портить жизнь месяцами. Ну и санитарная язва, которая является спутником обструктивной дефекации. 2/3 пациентов с трещиной и санитарной язвой имеют признаки дисинергичной дефекации. То, с чем бороться сложно, и то, что сложно диагностировать. Не зря задавали вопрос, где проводится анальная манометрия.
без орбитальной мимикрии понять, что у пациента есть дисэнергия, мышц тазового дна практически невозможно. Факторы риска, понятно, твердый каловый комок, вот они два. Та вершина айсберга запоров, которая приводит к развитию этих анорректальных проблем. Не будем останавливаться на боли. Еще раз скажу о лимите РИФ, которая сегодня помогает взять под контроль все симптомы геморроидальной болезни под ключ. После операции, когда все-таки приходится, самое главное, вот можете все, что здесь написано, не читать, это больше хирургический слайд, но самое главное, это фотография, которую я украл у Бруно Роша на европейской конференции. И когда он приехал к нам на операцию, один из самых крутых, один из самых раскрученных проктологов мира, его спросили, вот если перед вами аудитория, и вас бы попросили дать один совет всем вашим пациентам, что бы вы дали, какой совет, вы угадайте, что он сказал. Мыть попу водой. Нет ничего лучше, чем мыть ее попу водой вне операции, после операции вообще. Исключить полностью из нашего с вами, не знаю, можно ли говорить слово рациона, туалетную бумагу и мыть попу водой, чем чаще, тем лучше. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо огромное, Даниил Рафаэлович. К сожалению, мы исчерпали все время наше предоставленное. И я уже понимаю, что это признак того, что мы должны провести еще не один симпозиум междисциплинарный, в котором мы обсудим все насущные вопросы и проблемы. Я благодарю вас, что нашли время и поддержали аудиторию. Давайте поаплодируем нашу замечательную сессию Юрию Александровичу, который был с нами и как раз-таки организовали небольшую дискуссию.